Что будет, если Питер Гриффин устанет прямо на рельсах перед поездом? Возможно ли остановить сам поезд? И видят ли другие игроки АФК-анимацию другого игрока? Как дела, народ? Вы только гляньте на эту безумную карту и кучу всего, что добавили эпики. Тут реально есть что проверять, и экспериментов будет куча. С вас жирная кнопка подписки за оперативность и годноту. Ну и погнали. Давайте, как обычно, начнем с азов проверки новой главы. У нас новый остров, новый старт остров и непонятные никакие пределы. Многие задавали такой вопрос, можно ли с основного острова попасть на стартовый остров. Главы растут, ну а стабильность у эпиков остается на прежнем уровне, потому что из главы в главу у них всегда стоит запрет на то, чтобы попасть на стартовый остров. Но зато есть прогресс в другом. В этой главе игра мне позволила улететь очень далеко от острова и автоматически меня не убила. А если ты летал не в каком-то режиме бога, то это происходило постоянно. Если уж говорить о режиме бога, то его выключили, такой карты в точечном режиме больше не существует. Даже режим с лабораторией тоже запустить нельзя. Эпики в этой главе много чего усовершенствовали, даже усовершенствовали простое стояние. И если ты долго стоишь, то у тебя происходят небольшие АФК-анимации, где ты осматриваешься по сторонам или разминаешь шею. И у многих возник такой вопрос, а будет ли эту АФК-анимацию видно у другого игрока? Я понимаю, почему возник данный вопрос. Эпики зачастую делают так, что некоторые действия или анимации видны только игроку за монитором. Но тут проверка показала, что работает для всех. За 5-минутное простаивание каких-то особых анимаций я не увидел, возможно, всего лишь сделали парочку. И они вот такие простые, где есть повороты головы и разминания, возможно, даже какие-то взгляды. Круто и прикольно, но двигаемся дальше. Самое главное в игре у нас это стрельба. А стрельбу у нас как раз таки сильно перебалансили. У нас у 90 или 100% снайперских винтовок всегда была баллистика пуль. Это когда пуля летит на дальнее расстояние, она постепенно снижается. Сейчас же ввели данную функцию для автоматов и ППшек. Но раньше все летело в точку. И было пару таких вопросов, а изменилась ли от этого дальность? И чтобы не пытать ваш сильно мозг, скажу так, что дальность примерно от 300 до 360 метров. То есть, если вы увидели объект и от него отходите постепенно, то дальность сможет достигнуть 360 метров, даже может чуть больше. Но если вы объект не видели и к нему постепенно подходите, то дальность может достигнуть 300 метров. Странная тема, надо будет это поизучать получше, но если вкратце, то это работает вот так. Смысл остался один, выстрелить через всю карту пока что нельзя. По крайней мере из автоматов и ППшек. Основу я считаю, что закрыл, поэтому погнали к нормальным экспериментам. В данный момент на карте расположены 5 основных боссов, и у этих боссов есть медальоны. Но они тем временем сделаны не просто для красоты, восстанавливают щиты, так еще и можно взломать сейф. Я буду отвечать на сразу два популярных типа вопросов. Первый, наверное, самый часто задаваемый вопрос, так это возможно ли открыть сейф другим медальоном. Бот тем временем тоже непростой медальон так не хочет легко отдавать. Поэтому вам придется сбить сначала один щит, он восстановит, и затем уже другой. Потом вы забираете медальон, он вам регенит щит, и вы можете пойти открыть сейф. Но представим, что сейф с одной локации, медальон с другой. Получится ли так открыть сейф? Когда подходишь к сейфу, то его система начинает сканировать медальон. И если у тебя его нет, то будет доступ запрещен. Так что открыть каким-то хитрым способом сейфы, как в некоторых главах, нельзя. Я думаю, что большая часть из вас вряд ли когда-то соберет 5 медальонов. Ну а если вы захотите это сделать, то вы должны знать, какой же будет реген щитов. На удивление, разработчики сразу сказали, что все медальоны стакаются. Так давайте узнаем, какой будет реген. И получается так, что 5 застаканных медальонов в секунду дают 8 щитов. При условии, что они не занимают места, у них отдельные ячейки. И если собрать все, это действительно имба, и у тебя топ практически в кармане. Ну, если только ты не захочешь посмотреть АФК эмоции и постоять на месте. В игре также появился у нас супер-мега-щит, за которым можно не только прятаться, но также стрелять. Ну, а если ты мега-токсик, то можешь еще попинать своего врага. Особенно это актуально в горной местности или в каких-то билдфайтах, так как после удара защиты от падения никакой нет. Игровой эффект вас тоже не спасет, потому что щит его не дает. И задали со щитом такой вопрос. Если спрятаться за щитом, то сможет ли тебя обнаружить камера? Очень интересный вопрос, при условии того, что мы смогли избавиться от вижена камеры при помощи C4. Когда я накидывал C4 на камеру, то камера переставала нас видеть. Но теперь камера не залеплена, и игрока за щитом все же можно чуть-чуть увидеть. И давайте посмотрим, насколько IQ камеры выросла. Вы
вырасти не выросло, но спрятаться действительно можно. Даже на удивление не обязательно всегда нажимать кнопку, чтобы спрятаться, а можно просто повернуться боком, и камера уже не сможет тебя обнаружить. Мелочь, но все ж приятно. Раз щиты такие имбовые, то давайте посмотрим, что ж будет, если два игрока врежутся друг в друга. Да, это тоже был частый вопрос, и если сделать это с одним игроком, то будет вот что. Да, картинка неприятная, особенно когда ты в лобби. Давайте же проверим, что будет, если щит на щит. Двойной отлет точно отменяется, тут обменялись простыми ударами. Железные щиты — это круто, но что скажете про железные люки? Это полная альтернатива перемещениям по туалетам. Переделали немного анимацию, изменили визуально туннель. Ну и для первого ролика я взял две актуальные темы, которых многих интересовали. Если же взять для примера старый сток сена, то в него можно было упасть сверху, и ты не разобьешься. Вопрос, что же будет тут? На этот вопрос я пробовал ответить двумя методами. Это, конечно же, просто запрыгнуть в канализационный люк. Возможно, я как-то смогу в него провалиться, и меня это спасет. Ну и второй вариант к подлету к люку — это нажать кнопку E, чтобы в него залезть. Сначала я пробовал это делать в безопасном режиме с ударной гранатой, и вроде как работало. Но не стоит себя обманывать, это грави-эффект, с ним все безопасно. Поэтому, если делать это без него, то первый вариант и второй вариант сразу обречен. Возможно, есть вероятность того, что с кнопочкой E это может получиться, но это действительно сложно. Даже если люк открыт другим игроком, туда тоже залезть нельзя. И даже если кто-то стоит просто на люке, то кнопки Е нету. Это все черепашки, это их запреты. Так что, если что, вопросы к ним. Если при вылезании игрока встать на люк, то что будет? А будет легкое покалывание и откидывание игрока на приличное расстояние. Урона вы не получите, а на самом деле надо бы. Потому что в обычной игре это еще надо сделать с каким-то игроком, так и люк вроде не картонный. Но представим, что на этом картонном люке появилась машина. Давайте узнаем, что же будет с ней. А с ней будет большой бум. Игроков не пробиваем, но зато машину пробиваем насквозь. При условии, что у машины было не лоу хп, она была фуловая. Ну а если это сделать, когда у тебя было мало хп, то ты сам пойдешь на утиль. Так что оставлять на люках машины это актуально, так как вы игрока лишите здоровья. А может быть даже и топа, кто знает. Каждый хочет получить БП, но не у каждого есть возможность. Специально для тебя существует мой магазин, где в данный момент проходят скидки на все баксы и наборы. Пропустить такой БП просто невозможно, потому что там есть мальчик Питер. Поэтому тем, кто проверяет стоимость аккаунта, я могу выдать 1000 баксов. А получит тот, у кого самая красивая сумма аккаунта. Выбираю лично я, так что пробуй, возможно тебе и повезет. Ну и наконец, давайте проверим две крутых темы, так это возможно ли остановить поезд. Ну и наконец, что же будет с Питер Гриффином, который устанет и попадет под поезд. Если уж говорить про поезд, то сныть у нас практически нечем, у нас всего лишь есть машины и щиты. Если бы хотя бы был аирдроп, ну так и его тоже нету. Поэтому, сколько бы ты машин ни ставил, они отлетят, дай боже. Поезд даже не щадит курочек, закидывает как пассажиров. Ну а на бегущий щит он хотел плевать. Поэтому единственная надежда — это Питер Гриффин, который сейчас стал мускулистом. Ну а когда у него заболеет ножка, возможно, поезд сжалится и перед ним остановится. Но обо всем по порядку. Сам наш подопытный живет на краю карты. И поместье его находится в сухих степях. Если у него снять два щита и все хп, то он будет нокаться и как бы браться за коленку. Немножко поплачет и пропадает с карты. Если Питер Гриффина просто байтить к линии, то он до нее не добегает и не добегает примерно метров 10. Но мне надо так, чтобы он оказался на линии, оказался без хп и за это время, пока он держится за коленку, не пропал, и в это время по нему должен проехать поезд. Да, тут заключено много факторов, которые надо учесть и идеально соблюсти. Давайте же посмотрим, что из этого получилось.
даже наш малыш Питер не смог остановить такую большую машину. Значит, можно сказать так, что скорее всего остановить поезд, но шансов практически нету. На этом у меня все. Обязательно оставляйте свои идеи, самые лучшие попадают в ролик. А с вами, как обычно, был я, Макс. Всем пока.